Всем привет, друзья! Это канал Java Игры. Сегодня будем играть в легендарную игру Honey Cave с телефона Sony Ericsson. Это Mophun игра. Hello everyone, this is Java Games Channel. Today we're gonna play legendary game Honey Cave from Sony Ericsson phone. Please subscribe to the channel. Пожалуйста, подписывайтесь на канал. Делитесь данным видео. Это легендарная игра с телефонов Sony Ericsson. Многие ее помнят. Так, начинаем игру. Так, мы играем за медвежонка, который стреляет в ВОС. У него есть автомат для этого. Сейчас я постреляю, будет даже слышен звук. Вот он, звук. Враги – это наши осы. И черви и так далее. Вот в меня попала оса. Так. В игре также есть боссы в конце уровня. Мы их еще увидим в дальнейшем. Так. Эта игра требует внимательности, аккуратности, потому что чуть что, то враги попадают в вас и отнимают жизни. А жизни здесь не так уж и много. Вот сейчас нужно рассчитать, как пройти на верхнюю платформу. Вот сейчас хороший момент. Успел, проскочил наверх. Вот еще один враг. Оса с автоматом. Так, вот здесь вот этот очень тяжелый уровень на самом деле. Здесь нужно успеть проскочить на самый верх, пока слева оса тебя не задела. Так, нет, сейчас не получится. Ой, я провалился. Ну, теперь уже можно смело идти. Вот здесь можно пополнять здоровье. Here we can recover health. This is first boss. Это первый босс. Оса, которая летает и кусается. Мы видим... Я сейчас покажу, как ее уничтожить. Стоим на вот этой платформе. Вот на вот этой. И стреляем. We need to stay here and shoot to the bee. This is first boss. Спустя время оса убивается. Когда мы попадаем в осу, наносится урон, и наши очки увеличиваются внизу экрана. Подписывайтесь на канал. Please subscribe to the channel, friends. Так. Кстати, у игры есть также вторая часть, которая идет на весь экран. Обязательно посмотрите ее. Ссылочка внизу видео будет. Also watch Honey Cave 2, second chapter of this game. Link is below in the description of the video. Так. Ну еще несколько попаданий и оса умрет. Так. Есть. One down. Окей. Второй уровень несколько сложный. Пополним здоровье. Так, вот здесь нужно аккуратненько так провалиться вниз и пройти, пока нас охранник не заметил. Вот. Наверху есть жизнь, вот там наверху. Ох. Так.
Кстати, в игре есть такой даже прикол. Если долгое время стоять и ничего не делать, то пролетает гигантская муха за тобой и как бы выпивает весь твой сок. Покажу потом. Ой, не получилось. Так, попытка номер два. О, гигантская муха пролетела, смотрите. Ну, она мимо пролетела, вы видели? Нечестно так. Вы сами видели. Гигантская муха решила выпить соки все. Здесь нужно аккуратно прыгнуть туда наверх. Слева вот есть дополнительные. Вот я взял жизни дополнительные. А, ну это совсем нечестно. Я не успел просто. Так, вот они, второй тип врагов, это черви, червяки. Вот здесь я не понимаю, если честно. Вот мы взяли вот этот здоровье, да, но как отсюда выйти, вот это непонятно. Как вот отсюда пройти? Ну, я сюда попал, например, к примеру. И что? Допрыгнуть не получается. Ладно, идем дальше. Пока за нами муха не пришла. Так, идем. Здесь легко, в принципе. Ничего такого. Вот этим осы все мешают, пролетающие мимо. Так, мне нужно срочно вот это... К меду, в общем, нужно пройти. Вот она, я выпил мед, и теперь меня ждет босс. Второй босс – это червь, giant worm, гигантский червь. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Так, сейчас соображу, как его убивать. Так, ладно. Так, сейчас. В принципе, этот босс очень легкий на самом деле. Просто прыгай на платформу, стреляй в него. It's not too hard, босс. Еще одна попытка. Another try one. Ой. Ай. Ну, потерял жизнь, но... Getting closer. Приближаемся все ближе и ближе. Осталось всего две жизни, к сожалению.
Третий уровень это... Ай-яй-яй! Вот здесь еще одна жизнь дается. Ой-ой-ой! Так, мне нужно вот сюда на платформу. Так, стойте. Так, еще одна попытка. Так, прыгаем. И еще раз прыгаем. Нет, не получилось, к сожалению. Так. Так, мне нужно к меду пробраться, да, как-то. В принципе, то, что осы здесь не так страшно, потому что я могу восполнить жизнь. Что он делает, интересно? Ух ты, третий босс. Смотрите, это жук. Да, вот это тяжеловатый чувак. Его вот так можно убить. Вот так. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот сволочь. Когда он бежит на вас, надо стрелять в него. Так, еще одна попытка. Так, 875 урона, да? Он похож на этого, на как его, кабана, паук, как вот этот жук, рогоносец или как он, уже 994. Легендарная игра, друзья, подписывайтесь. Please subscribe to the channel. Share this video. Делитесь этим видео. Also watch second chapter of this game. Также смотрите вторую часть этой игры. Honey Cave 2.
Honey Cave 2. Уже 1100 урона. Ох, что я делаю? Опасно. Тысяча 400 урона, ему все ни по чем. Так, интересно. Ух ты, опасно. Danger. Dangerous situation. Ай-яй-яй-яй. Хорошо, иди сюда, сволочь. Как же я прям на нервах. Извините меня вообще. Просто это моя не первая попытка. Я уже нервничаю, играю. Сколько же ему урона надо нанести, интересно? А, буду теперь еще и вот так наносить урон. Я теперь могу и... Ой. Уже 2000 урона, странно. Умели раньше делать игры затяжные, интересные, красочная графика. И сложная достаточно. Как же его убить, интересно?
Может, врага надо ему стрелять? Странно, не знаю. Уже 2300 урона нанес ему. Точнее, не урона, но изрядно уже в него стрелял. Ох, есть! Есть! Последний уровень. Last level. Оу. Так, что же мне надо? Вот. Так. Так, интересно. Так, нормально. Так, жизнь потерял на ровном месте. Последний уровень. В игре всего 4 уровня. This is last level. This is 4 levels in this game. Засада, так я бы сказал. Засада. Интересно, кто там последний? Ой, не понял. И что теперь мне делать? Надо же вниз идти. Странно. Я не понимаю. Надо было вниз опуститься, я и спустился. И наконец-то финальный босс. Final boss, giant B. Все. Подписывайтесь на канал. Please subscribe to the channel.
Наконец-то кто-то эту игру прошел полностью. Марат. Еще раз. Подписывайтесь на канал, subscribe to the channel.